Ребята, снова всем привет! Сейчас будем снимать для вас распаковку этого матраса. Как он называется, вы уже определили по заголовку видео. А в конце видеоролика пройдемся по характеристикам. Нужно будет найти, попытаться официальный сайт, ну в общем разобраться, что это за матрас, что там внутри и так далее. Должна быть какая-то наклейка. Вот она, ребят. Отлично. По названию вот этой вот этикетки, она прям, видите, прошита. И в конце видео посмотрим в интернете все, что о нем там пишется на сайтах. Упакован он вот в такую полиэтиленовую пленку, так скажем, да, она толстая. Но, ребята, один такой момент. Так, видите, вот здесь пленка прорвалась, вот, и сам чехол вымазан был. Поэтому перед покупкой обязательно скажите в магазине, чтобы проверили пакет на целостность. И если есть где-то такие вот отверстия, дырочки, да, чтобы заклеили скотчем. Ну, в общем, машины грязные, которые доставляют. И, соответственно, чехол будет вымазан. Ну, в принципе, ничего страшного. Потом его можно снять. Я так думаю, он снимается. Возможно, он съемный, возможно, не съемный. В общем, сейчас разберемся. Если съемный, то можно постирать. Так, ребята, вкратце сейчас быстро пробежимся. Вот матрас, который мы покупали до этого. Значит, это самый-самый дешевенький матрас. Мы снимали видеоролик на, ну, по поводу этого матраса. В общем, какой вывод? Это 3000 стоит, этот стоит 20 тысяч, правильно? Это уже настоящий матрас, а это такой. Временно перебиться, перекантоваться, если денег нет. Но диван, допустим, давит. Вот видите диван? Вот такой вот. И, в общем, вот тут вот на вот этих вот соединениях, стыках, спина, ну, в общем, когда без матраса спишь, давит на лопатки, на спину. Поэтому денег не было особо изначально, купили вот такой вот матрас. Поэтому сейчас его убираем и будем вот этот класть. Кровати также у нас еще нет. Мы квартиру купили год назад. В квартире начали делать ремонт. Но если вы подписаны на канал, вы знаете. Если не подписаны, то начали в квартире делать ремонт. В общем, кровати нет еще. Это диван с прошлой квартиры. Поэтому пока ремонт не сделаем, мы не покупали ничего. В общем, поэтому мы сейчас без кровати. Этот матрас пойдет на этот диван. Кстати, обзор этого дивана также есть на нашем канале. Ссылку также прикручу в описании. Этот матрас ушел в прошлое. Все. Видите, как я вам говорил, в квартире ремонт. Но ремонт не продолжаем делать в связи с этими событиями в мире. Непонятно, что будет завтра. Но матрас нужен, так как спина уже болит спать на том матрасе. Взяли канцелярский нож. Ему очень удобно резать аккуратненько, чтобы не повредили матрас. Ну, теперь боковинку разрежем. Обратите внимание, вот наклейки есть. Это лето, видите? То есть лето, получается, вот этой стороной, да, спим? Да. Зима, вот это. А у нас сейчас осень. Какой стороной будем спать? Зимой. Зимой? Да. Видите, ребята, осенью также зимой спим. А весной? Тоже зимой? Или летом? Весна, лето будет. В общем, ребята, загадка очень интересная. Напишите комментарии. Осенью на какой стороне спать? Зима либо лето? И, соответственно, весной на какой стороне спать? Зимой или летом? Жена сказала так: полгода на одной стороне, а полгода на другой стороне. Поэтому засекаем время и через полгодика переворачиваем. Что хочу вам сказать? Ну, в первую очередь, мои впечатления первые. Какие? Ну, я недоволен тем, что здесь несъемный чехол. То есть нету там ничего съемного. И здесь я не вижу ничего съемного. Здесь вот оно все вот наглухо пришито. И это мне не нравится. Почему? Потому что при доставке матрас вот вымазался. Вот он. Ну, попробуем тряпкой оттереть. Ну, короче, мне это не нравится. Мне это не нравится, поэтому нужно будет съемный, да? А ну-ка, ребята, видите? Вот. Так, все, мне все нравится, ребята, все нравится. Съемный чехольчик. Так, все. Производителю можно пятерочку ставить за чехол. Все, зря наговорил, поэтому чехол съемный, все отлично. Маша, как тебе матрас? Ребята, нашел еще вот такую вот фиговину на матрасе. Значит, жена говорит, это специальная вентиляция какая-то. В общем, напишите комментарий, что это такое. Но, возможно, мы на официальном сайте найдем,
что это такое. Так, вот они есть, вот такие вот еще ручки, да, для переноса, то есть можно из комнаты в комнату попереносить. Вот, поэтому ручки для переноса есть. Сейчас давайте быстренько вам все расскажу, покажу, пока. Так, наклеечка, вот она. Ну, в принципе, больше тут ничего такого нет. В общем, сейчас мы берем его с женой и будем его перекладывать на диван. Ребята, в общем, вот так этот матрас выглядит. Так, немножко тут вот грязноватый. В общем, сейчас нужно будет чем-то таким, ну, оттереть. Ничем я не буду снимать. Так, вот такая вот красота. Вот такая вот красота. Давайте посмотрим. Сейчас мы отзывы о нем оставить не сможем. Почему? Ну, потому что мы еще на нем не спали. Давайте вы напишите свой комментарий, и мы вам ответим на ваш комментарий обязательно. Как раз сделаем видеоролик с названием «Отзывы о матрасе таком-то, таком-то». Так, ребята, как вы увидели уже, Маша любительница по пакетам ходить, да, лазить. Машулечка, Маша, ну как, тебе нравится? Все, Маша уже приготовилась отдыхать, все нормально, да, Маш? Давайте сейчас мы откроем не полностью все, а... Так, оно что дальше не идет? А идет, запало. Короче, нам нужно посмотреть, что там внутри, правильно? Хотя бы как-то. Так. Так, так, так. Блин, надо было перевернуть его, да. И чтобы посмотрели. Но, ребят, ничего переворачивать не буду. В общем, ничего вы там нового не увидите. Вот так вот, вот так вот внутри он. Вот так вот внутри. В общем, собран различные тут, в общем, слои и так далее. Ну, вот, вот так вот он выглядит. Смысла его переворачивать нет. Все то же самое будет. Поэтому, в общем, делаем какой вывод. Чехол съемный, все отлично. Поэтому не переживайте, всегда его можно снять и постирать в стиралке. Пойдемте смотреть его характеристики в интернете. Нашел вот такой вот сайт. Ссылку оставлять не буду, так как это уже будет реклама, за нее мне никто не платит. Поэтому, ребята, давайте сейчас вам быстренько прочитаю, что тут пишут. Матрас Стив. У меня точно такой же. Значит, размер матраса 140 на 190, 200. Вот. Высота 18-19 сантиметров. Жесткость средне-мягкий. Нагрузка до 110 килограмм. Тип независимый пружинный блок. Наполнение. Ткань жаккард. Возможно, неправильно называете слова. Я их первый раз вообще читаю. Дальше. Синтепон. Спанбонд. Пенополиуретан. Кокос. Латексированный. Кокос латексированный. Термовойлок. Pocket Spring, независимый пружинный блок, это называется. Еврокаркас, аэросистема и эффект зима-лето. И давайте посмотрим сейчас вот фотографии. Тут две фотки. Вот изображение этого матраса в разрезе. То есть, смотрите, когда я снимал чехол, вам показывал, да, я пока, вы видели вот этот вот, ну, вот эту белую часть, вот она. Вот сейчас ее закрашу, вот. Вы вот эту вот белую часть видели. Дальше уже идет различные вот эти вот слои. Можете на паузу нажать, посмотреть. Вот. Состоит матрас, в общем, внутренность вот такая вот этого матраса. И вторая фотография. Здесь прям обозначается все по слоям. То есть номер один это ткань жаккард. Номер два это синтепон. Номер три спанбонд и так далее. Поэтому вы можете нажать на паузу и посмотреть, из чего же состоит внутренность этой модели матраса Стив. И вот та вот кнопка, которую я вам сказал, которую я увидел на матрасе, это, скорее всего, наверное, вот эта вот аэросистема. Это решение, которое обеспечивает оптимальный влага и воздухообмен матраса во время сна и отдыха человека. Ну и вот он еще есть этот эффект зима-лето. Это две рабочие поверхности матраса. Мягкая зимняя
и более плотная летняя. Ребята, надеюсь, все понятно и доступно объяснил. Итак, сейчас вот застелили. Постельные, конечно, в разнобой. Два комплекта сразу, короче. В общем, вот так вот выглядит матрас на диване. Вот. Вот так вот его будет толщина. Но это все временно, ребят. Скоро кровать купим. Кровать тоже по цене матраса. 20-ку стоит. Капец. То есть матрас и кровать, если цены не подорожают, то в 40-ке вылезет все. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кстати, у меня еще есть и компьютерный канал. Ссылку также оставлю в описании. Поэтому, ну, в принципе, можете забить в поиске Обзорочка ТВ, у меня там три канала. Один канал с женой вместе ведем, это тоже канал вместе с женой ведем, и компьютерный, который я сам веду. Переходите, подписывайтесь. Всем до новых встреч, пока-пока.